Всем привет! Меня зовут Юля, и я худею на своем канале. Худею я на правильном питании, на дефиците калорий и еще придерживаюсь интервального голодания с пищевым окном 16 на 8. Сейчас я возобновила свое похудение после отпуска, и сегодня у меня день отчета. Сейчас вам расскажу, как поменялся у меня вес за эту неделю, расскажу, как прошла у меня эта неделя, и в конце видео покажу вам свои тарелочки, что я ем для того, чтобы худеть. Вообще, я худею с октября месяца 2018 года. Начала я худеть с 85 килограмм. И вот 19 августа перед отпуском мой вес был 64 килограмма 200 грамм. Получается, за 10 месяцев мне удалось похудеть на 21 килограмм. Я очень этому рада была. Но в августе был отпуск. Конечно, я не считала свои калории, мы отдыхали, были на море. Ну, какое может быть похудение в отпуске? Нет, конечно же, я поправилась. И вот в прошлую пятницу у меня был день отчета по весу. За месяц своего отпуска я поправилась на 4,5 килограмма, и в пятницу мой вес был 68 килограмм 700 грамм. И вот сейчас я возобновила свое похудение, худею дальше. Надо сбросить эти килограммы, набранные за отпуск, и продолжать дальше свое похудение. Вообще хочу похудеть до 58 килограмм. И это мне, в общем, надо похудеть хотя бы на 10 килограмм. Так что худею дальше и смотрите мои результаты. Сейчас я буду делать каждую пятницу свои отчеты, буду делиться, как проходит мое похудение. И вот после отчета я субботу-воскресенье еще пока не считала свои калории, но уже начала строго держать интервальное голодание с пищевым окном 16 на 8. Завтракаю я сейчас примерно в 10 часов, а последний прием пищи у меня где-то в 6 вечера. Ну, все нормально, все отлично, я легко выдерживаю такой режим питания, все супер. В понедельник у меня был разгрузочный день, делала я белковый разгрузочный день. Я делаю свой белковый разгрузочный день на отварном филе, еще добавила пару яиц. Со вторника я начала считать свои калории. Сейчас я пока придерживаюсь рациона на 1500 калорий. Я посчитала, для того, чтобы правильно и комфортно худеть, как все рекомендуют, мне надо придерживаться рациона на 1500 калорий. Но это с учетом того, что у меня будет еще небольшая какая-то физическая активность. И с физической активностью у меня пока ходьба. Стараюсь ходить через день. И какие-то небольшие упражнения дома, там зарядка, приседаю. Стараюсь делать, обратно начала делать вакуум живота. Так что все идет по плану. Вторник, среда. В четверг я строго держала свою калорийность, все у меня было нормально, все идет по плану, без нарушений. И сегодня пятница, и мой вес 66 килограмм 400 грамм. В прошлую пятницу мой вес был 68 700. Получается, за эту неделю я похудела на 2 килограмма 300 грамм. Просто отличный результат. Ну, понятно, что в основном это ушла, конечно же, лишняя жидкость. Даже в понедельник, мой разгрузочный день, у меня ушел 1,3 кг. В основном я за свой разгрузочный день всегда теряла где-то 100 кг, килограмм, там 900 грамм, а сейчас 1,3 кг. Ну, как бы тоже очень хорошо, лишняя жидкость ушла, это тоже хороший результат. Так что продолжаю худеть дальше. Следующую неделю я тоже буду придерживаться этого же рациона на 1500 калорий и интервальное голодание. Все будет все точно так же, буду ходить. Буду стараться снимать вам свои тарелочки каждый день и показывать на своем канале. Самочувствие у меня просто отличное, возвращается эта бодрость, энергия, которая вот у меня присутствует, когда соблюдаешь именно интервальное голодание, когда не ешь по вечерам. Вот когда мы были в отпуске, ну тоже вечером ели эти лишние углеводы, которые утром просыпаешься, но такое состояние было, как будто, не знаю, чем ты ночью там занимался, где-то гулял, где-то ходил. Такая тяжесть, такой вот не можешь проснуться. А сейчас, вот сейчас, эту неделю я уже перестала есть по вечерам, и я чувствую, что мне уже намного проще утром проснуться, у меня уже какая-то энергия появляется. Конечно же, это огромный плюс интервальному голоданию. Я в первую очередь интервальное голодание рассматриваю как пользу для здоровья. Больше энергии,
лучше пробуждаешься утром, лучше себя чувствуешь, все отлично. Нет? А сейчас я вам покажу свои тарелочки за вчерашний день. Надеюсь, мое видео было вам полезно. Ставьте пальчик вверх, пишите свои комментарии, рассказывайте, как вы худеете, каких результатов вы тоже добились. Мне будет очень интересно почитать. И не только мне, интересно всем, кто заходит на мой канал, читает тоже комментарии. Так как чужой результат всегда мотивирует нас на наше похудение. Так что делитесь, рассказывайте, это очень интересно. А если вы первый раз зашли на мой канал, подписывайтесь, будем худеть вместе. И всем до скорых встреч! Сейчас 11 часов, и я буду завтракать. Утром после пробуждения я всегда пью воду, стакан или даже 2 стакана воды. В основном стараюсь выпивать 2 стакана воды. И чуть позже потом еще попила черный чай без сахара и сахарозаменителей. На интервальном голодании допускается пить чай, кофе без сахара и сахарозаменителей и каких-то либо добавок. Это не считается как прием пищи и не нарушает окно голода. И вот сейчас 11 часов, я буду завтракать. В основном эту всю неделю я завтракала примерно в 10 часов, но сейчас получается 11. И на завтрак у меня сегодня овсяная каша с сыром. Овсяную кашу я варю из хлопьев долгой варки 50 грамм. Кашу варю на молоке, разбавленной водой. И в готовую кашу уже добавила сыр сулугуни 40 грамм. Мне очень нравится такая овсяная каша. Она получается вкусная и сытная. И попью кофе с молоком без сахара. Молока я добавляю примерно 50 грамм. С кофе съем сыр творожный, здесь 40 грамм. И еще на завтрак у меня будут грецкие орехи, 15 грамм. Ну, посмотрим. Возможно, если не съем сейчас грецкие орехи съем чуть позже. Сейчас 3 часа, и я буду обедать. На обед у меня сегодня фасоль тушеная с овощами и томатной пастой, 300 грамм. И куриное бедро, запеченное в духовке, 90 грамм, минус кости, буду считать как 80 грамм. И помидор, 150 грамм. Еще сверху всю порцию я полила оливковым маслом, 1 столовая ложка. Я стараюсь каждый день включать в свой рацион 1 столовую ложку оливкового масла первого отжима. В основном, конечно, масло добавляю в салат, но если у меня, как сегодня, просто порезанные овощи, я маслом поливаю всю порцию. Сейчас 6 часов вечера, я буду ужинать. На ужин у меня сегодня салат 300 грамм. Здесь куриное отварное филе, отварное яйцо, кукуруза, огурец и белокочанная капуста. По рецепту должна быть пекинская капуста, но пекинская капуста не оказалась в холодильнике. Добавила белокочанную. Но это совершенно никак не испортит этот салат. И заправила моим любимым соусом. Греческий йогурт и зернистая горчица. Более подробный рецепт этого салата у меня есть на канале, ссылку я оставлю в описании. Мне очень нравится этот салат, он получается вкусный, сытный, а самое главное, не сильно калорийный. Просто идеальный вариант для правильного ужина. Так как салат не сильно калорийный, и чтобы мне добрать свою калорийность до 1500, я еще добавила 20 грамм грецких орехов. И попью черный чай без сахара. Это мой последний прием пищи. Сегодня есть ничего не буду. Буду пить только воду. В конце видео я еще вам покажу свою активность за день. Сколько у меня получилось находить шагов в течение дня.